Брещанка Светлана Колодица – одна из тех, кто пришел в этот день в нотариальную контору Ленинского района, чтобы получить бесплатную консультацию по волнующему вопросу. Новость о том, что Брестская областная нотариальная палата проводит акцию ко Дню защитника Отечества, она узнала по телевидению. Предварительная запись не требовалась, но, к удивлению женщины, ей даже не пришлось ждать в очереди. Подошла без записи, нужна была небольшая консультация, проконсультировалась, все достаточно хорошо, девочки объяснили, помогли, все, не надо было тратить время, сопоставлять графики работы с записью у нотариусов. Очень понравилось. Услугой по бесплатному консультированию в этот день желающие могли воспользоваться не только в областном центре, но и на территории всего региона. Кроме того, работала прямая телефонная линия, где на вопросы граждан отвечала заместитель председателя Брестской областной нотариальной палаты. Акция организована для правового просвещения граждан. В рамках акции каждый желающий может узнать интересующие их вопросы. Если мы не можем помочь, мы подскажем, куда обратиться. И любой желающий может получить правовую помощь. Как показывает практика, чаще всего жители области обращаются по вопросам наследственных прав, составления завещаний и совершения исполнительных надписей. Акция пользуется популярностью среди населения, а потому подобная практика будет продолжена. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.